Всем привет, с вами Кейн. Добро пожаловать на следующую серию прохождения SnowRunner. Я тут за кадром попроходил доп. Задачки. В общем, это было чудовищно. Нужно было погрузить три бочки, короче, на лафет, в общем. Они проваливались под сам лафет этот. Ну, короче, было все как всегда. То есть баги-лаги с этой фигней. Тут я, вот, кстати, здесь одна компания полностью пройдена. Это пройдено так, ну, скажем так, наполовину, остальные задачи просто закрыты. И вот доступные нам задачи лишь в этой компании. По-моему, да, вот самая верхняя. То есть бочки я привез с нефтяной вот этой площадки, сборовой. Доски где-то здесь был прицеп, стоял с досками, не помню где. Ну а кирпичи с этого склада. Вот теперь просто выполняем сейчас эту задачку. Здесь у нас все есть. Вот так вот. Я предлагаю приступить к выполнению следующей, вот этой задачки. Ну, бетонные плиты здесь на складе можно взять. И расходники здесь на ферме. А вот балку, короче, либо отсюда привезти, либо где-то здесь стоит... Нет. Где-то здесь стоит прицеп с металлическими балками. Но это не точно. А, вот он, да? Или что это? Нет, это ж доставить туда надо. А, вот, вот прицеп стоит с металлическими балками. Вот я планирую. Только я хотел бы увидеть, что это за прицеп, но... получается, да, наверное. Тогда... возьмем расходники, возьмем бетонные блоки. Ну давай принять. Я только не понимаю, это можно куда угодно их везти или надо именно... А, то есть металлические балки оттуда вот допереть сюда. Хорошо. Тогда возьмем расходники, возьмем на наш этот грузовичок, правильно? Расходники. А плиты придется брать. На вот этот вот лафет. Ох, нихера, как-то пол колеса в этот утонуло, короче. Плиты возьмем, повезем на нем. Прицеп, я думаю, наверное, продам где-то по дороге, где будет магазин. С прицепами. Так, я тут через это поле не поеду, потому что оно полностью в воде, я там просто загрузлю. Но дорогу я что-то забыл, где она. А, вот она, точно. Блин, ну тут я тоже. А, дорога ж там, ёлка-палка. Ну, короче, попробую проехать на своем самом лучшем, самом проходимом грузовике. Ну, тут, конечно, так все стрёмно ехать.
Так вот, по поводу доп. Задач. Начал я, конечно же, думал, ну, то есть они уже взяты были и на карте отображались. Поэтому я и решил их выполнить. А, можно и так проехать, да? Блин, слушай, я, наверное, по дороге все-таки поеду. И поскольку кран там у меня также был, и все было, взял этот лафет, который с рампой этой для заезда машин. Короче, они просто проваливаются под этот... под прицеп, короче, и просто никак ничего с ними не взаимодействовать. В общем, кое-как выполнил, в общем, это затратило столько времени, ну, просто капец, короче, лаги вот это вот в игре, ну, это крайне такое вот... плохая оценка игре, то есть, ну... Если часто попадаются какие-то лаги, то есть, ну, как-то мнение об этой игре сразу, ну, портится. То есть, возможно, идея хорошая, то есть, возможно, много прикольных вещей тут, но когда постоянно вот такая вот фигня происходит, то как бы ну его нафиг. Поэтому я не могу сказать, что такая вот хорошая игра. Есть тут моменты прикольные, но я чувствую, вот, завершу вот эти вот задания в Мичигане. Даже не знаю, стоит ли продолжать дальше играть, то есть не вижу особого смысла. Взаимодействие от крана, погрузочных вот этих вот работ с всякими другими транспортами, то есть крайне недоработано. Очень хреновое. Поэтому, скорее всего, это уже будут финальные серии SnowRunner'а. Ну и тем более я уже понаходил, пооткрывал большинство всего, чего можно было только открыть. Так что... В принципе, можно... А, стоп, там металлические балки, да? Их там надо в карьер довести. Но я все же такой, чтобы попробовать. Что сделать? Или может сразу балки эти довести, да, потом бетонные блоки сразу, да? Ну, ой, бетонные блоки, бетонные плиты. Они же будут занимать по две ячейки, а мне как раз вот 4. Ну и, соответственно, здесь мне надо будет заправиться плитами, правильно? Нет, вот плиты. Ну то есть мне придется пересечь это болото и, в общем, вот так вот. Но все равно, то есть нам по пути. Поэтому поедем туда, загрузимся плитами, отцепим прицеп. И, блин, я опять выехал на этот... Ну, ё-моё, ну что ж я делаю-то? И, в общем... Ух ты. Что я думаю? Поедем сразу же туда, через болото заберем тот прицеп с металлическими балками. Довезем его... Это как раз будет сюда. Ну, то есть ближе сюда. И выполним
доставку в карьер, получается. И сразу же уже у нас будет готовый, блин, я так и знал, готовый прицеп с плитами, то есть мы просто его зацепим и поедем дальше. Такой вот у меня план, но, кстати, почему эта хрень в левом верхнем углу не исчезает, а? А, стоп, надо включить вот так вот, потом отключить, вот, да. Ну, то есть опять лаги, баги. Что весьма снижает оценку игры. Ну, просто игра так захватила меня что-то. В том плане, что есть кастомизация грузовиков, апгрейд, различные возможности, типа присоединение прицепов. Ну и плюс различные такая техника, которая, ну, встречается крайне редко. Не то что в играх, а в жизни вообще такое встретить где-то, ну, то есть не всем удается. А вот наш кран, с помощью которого я грузил бочки. Так он тут и остался. А бочки доставлял вот сюда, вот на этот склад. И теперь смотрим, кирпичи, бетонные плиты. Как раз ровно столько, сколько нам нужно. Сейчас мы это чуть дело подгоним сюда. Или может сразу на дорогу вывести. Ну, ладно. Вывезу прямо сюда, чтобы я мог сразу же зацепить их. Правильно? Вот так вот, раз. А ты остановишься? Ну куда ты поехал? Молодец. Но стой, куда ты едешь? Хорош. Вот зараза, а. Теперь едем в... Ну как, через карьер, вот так вот через болото сюда. Блин, я не уверен, что я проеду, кстати. И на всякий случай, я думаю, нужно воспользоваться моим таким лайфхаком. Я это называю, поскольку топливо я, в общем, потратил, но топливо у нас сильно не расходуется на этом грузовике, но тем не менее. Дальнейших возможностей заправиться у нас не будет, поэтому... сделаем именно так. Значит, тормоза, кстати, поздно как-то реагирует на нажатие. То есть я уже нажимаю тормозить, но торможение происходит уже чуть-чуть позже. Сам процесс торможения. Ну, то есть в NFS там... Ну, это более как-то продумано. То есть быстрее срабатывает все. Поэтому дело привычки, скорее всего. Итак, я... А, да, вот, дальше.
Тут, кстати, будут хорошие такие непроходимые места. То есть как раз для нашего вездехода. И что хочу, кстати, отметить, там вот я в карьеры этот не спускался, но вижу, что там есть такой же лафет, как у нас, который мы оставили с плитами. На нем, по-моему, расходники лежат или еще что-то такое. Я его видел еще давно, когда тут исследовал на Хаммере. О, подожди, мне куда-то надо повернуть было, да? А, да, точно, мне надо было съехать сюда. Просто проезжал, ну, на у той вот стороне, где-то вот там вот, в тех местах. Посмотрел вниз, что там это есть в этом карьере. В общем, заметил его сразу, но ни разу так я в этот карьер и не спускался. Поэтому сейчас с этими металлическими балками это у меня будет первый заезд в карьер этот. Так, ну, грузовичок у нас прокачанный. Поэтому каких-то проблем на этих болотах мы встретить не должны. Но, тем не менее. Надо будет все равно попытаться как-то аккуратно. Потому что другая техника какая-нибудь, ну, в смысле, которая у нас есть, ну, тяжело будет вытаскиваться с этих мест. Но, тем не менее, наш... Ой, слушайте, а как вода красиво наматывается на колесо. Это вообще кошмар. Ну, в принципе, нет, хорошо, мы едем, но едем мы порожняком без руза налегке. Поэтому просто я сюда заезжал на каком-то грузовичке, ну, по-моему, спать с поднятой этой подвеской, с высокой. И, в общем, сильно груз он. Поэтому я говорю, что мы пока что не груженные, поэтому, возможно, так легко и проходим. Но сейчас зацепим плиты. О, не плиты, а металлические балки. Ага, уже пошло. И вот тогда, мне кажется, уже начнется трудности. Блин, я вот на... Да, я на дерево наехал. Ну, капец, и оно меня блокирует, как бы, и... Кстати, лебедка там стоит удлиненная, то есть я во всех видео, которые говорил про лебедку на Хаммере или на том же каком-нибудь грузовичке, как вот армейский тот мой грузовичок, еще ставить удлиненную, поскольку выехать она все равно поможет, то есть неважно, тяжелая там, не тяжелая техника. Но главное то, что достанет до нужного вам места зацепления, то есть к дереву или к столбу. Потому что еще в начале игры, я когда выполнял еще на скауте, на первом скауте, на том 400-м, чуть какой там... Так, стоп, мне надо куда-то повернуть, да? А, вот так. Там, ну, тогда на тот момент у меня стояла, конечно же, стоковая, потому что никакой другой мне открыто просто не было, поскольку у меня был там начальный уровень, то есть. И я старался уже выполнять какие-то задачки на нем и тому подобное. И, ну,
блин, вот застрял где-то, и лебедка эта на скауте, она просто, ну, никуда не достает. То есть в том месте, где я застрял, никуда не достает. И, в общем, кое-как приходилось где-то там выкарабкиваться, выбираться. За что-то зацепился и поехал. С удлиненной уже. С удлиненной, блин, дерево. То есть пенек. С удлиненной было уже хорошо. А, вот он, что, я смотрю, я не могу понять. Думаю, как тут, блин, несколько прицепов стоит и. Ну, по карте. Не мог понять, в чем дело. А вот оно, что-то. Два их просто стоит. Но берем нужный нам. Что, кстати, хочу отметить. Кажется, Caterpillar, ну, возможно, на данный момент я так считаю. Но мне кажется, да, мое. Использовать я его просто уже не буду, поскольку, ну, и нет такой нужды в использовании такой техники. Но, в принципе, может быть, просто ради прикола где-то там какую-то такую простую задачку и выполню. Ну, или просто возьму там, то есть для... Да, ё-моё, буксировки. Возможно, по болотам или еще где-то там. И вот сейчас, мне кажется, начнется застревание, загрузание. Ну, неужели прям так вот сразу? На таком ровном месте? Ну это вообще печаль. Ну, я думаю, мы пройдем. Главное, надо ехать по дороге, потому что если заехать туда, на те места, где, я так понимаю, не прокатано вот это вот, то там наверняка глубже, и, скорее всего, мы застрянем там. Ну, шансов застрять, мне кажется, там больше. Ну, в общем, с прицепом мы уже не так шустро проходим такие места. Тем более, ну, прицеп небольшой, то есть двухслотовый, ну, для груза, двухместный. А если взять вот этот лафет, на который мы погрузили плиты, он четырехместный, то есть, типа, в два раза больше этого. О, кстати, а куда я правильно шел? Правильно, да, где-то тут. А тот вообще... Ну, по идее, должен загрузнуть сразу же.
И, кстати, я когда-то пробовал, по-моему, на тот прицеп что-то перевести на нем, короче. Ну, в общем, не знаю, у меня не получилось просто закрепить эту фигню. Я не помню, я какую-то машину хотел просто загнать туда и попробовать повести. Ну, в общем, не знаю, что-то не получилось. Ее, в общем, нельзя закрепить там на том лафете. То есть он чисто для того, просто как такая кастомизация четырехместного прицепа. Но технику на нем мне что-то не получилось перевести. Хрен знает почему, не знаю. Может, я где-то что-то сделал не так, но это вряд ли. Там, получается, открываются эти рампы. Сзади вот эти вот опускаются, и по ним можно заехать. Но как-то зафиксировать транспорт на... ну, закрепить, то есть упаковать груз, как тут написано, упаковать груз. То есть также закрепить транспорт на них, ну, не знаю, не было такой надписи, функции. То есть просто заехал своим вторым транспортным средством и все. То есть его же для начала нужно еще, прежде чем ехать, закрепить как-то, чтобы он не ездил там туда-сюда по лафету. А такой возможности не было. Так, я не хочу заезжать в глубокую эту колею, поскольку, ну, не уверен, что сможет он проехать. Порожняком-то понятно, а вот... уже с прицепом может быть тяжко. Кстати, мне кажется, темнеет. Нужно сейчас сделать будет перемотку времени. Потому что не хочу ехать ночью. Там ни хрена ничего не видно. Сейчас выйдем с этого серпантина в лесу. И так, а зачем вот эти стрелки? А, это на эту станцию обслуживания бетонной плиты. Нам нужно туда, в карьер. Так, расход как бы у нас, видите, то есть у нас было примерно так же 160 что-то литров там, где-то в этом. И вот мы сколько потратили. То есть я все-таки не зря заправился, потому что сейчас бы у нас уже красный бак был. Ну, то есть светился бы красным, что мало топлива. Опасное это место для спуска. В общем, стремновато съезжать сюда. Да ёп! Ну хорошо, хотя бы так. Ну блин, прицеп, ну что ты? Ой, кошмар. Вот это вот прыгает, так пружинит, блин. Ну, то есть физика какая-то дерьмовая. Ага, так, вот это правильно едет, правильно. Я же говорю, не спускался в этот карьер, то есть проезжал мимо, все это видел, но сюда не заезжал. Кстати, плохо, что нельзя на таком экскаваторе поработать. Оу, колеса. Так, ну вроде бы на вездеходе нет никаких проблем здесь, внизу. Но мне кажется, на обычном каком-нибудь шоссейном
грузовике возникли бы проблемы с прохождением. Даже на резевой резине. О, вот, видите, прицеп обнаружили. То есть сверху. Отлично. Сверху мы его видели, но не исследовали, и получается. Так, а я вот, что вот это вот... А, то есть я могу прямо сюда заехать, но... Так, я планирую поехать по этой дороге. Прицеп я сейчас довезу там, где стоят наш лафет этот с плитами. И на нем... то есть и этот прицеп я продам в магазине прицепов. Так, вот тут вот мне нужно как-то заехать наверх, налево. Но, блин, и так это сделать, мне кажется, будет, да, проблематично, тем более с этим долбанным прицепом. Короче, этот карьер дурацкий, блин, зря я сюда все-таки заехал. Здание какое-то дебильное. Да ё-моё, камера, что с тобой? Подтяну лебедкой. Да может и затащу нахрен на этой лебедке-то и все. Поскольку прицеплять за фаркопку-то я не вижу еще смысла. Ну ладно, прицепила, значит поедем так. Я думал, под таким углом не прицепится. Уже будет проще по дороге. Кстати, по топливу, расход топлива достаточно. Ну, то есть мы потратили много. Больше, чем было у нас до того, как я купил цистерну и заправил перед нашей поездкой туда за металлическими балками. Так, а вот, как я и говорил, я возьму, сейчас продам его. Блин, ну что-то плохо так заворачивает. Охренеть, вот это вот. И этот блядский кран, наверное, сюда эвакуирую к херам. Мне он уже, кажется, не нужен. Так, вот это. Берем, да не топливо, вот это. И теперь можно ремонт. Прекрасно. Еще можно заправить. И опять-таки же продать его нафиг. Блин, ну мешает, реально мешает этот кран. Нахрен я его здесь оставил? Но одно радует, что в этом здании это уже наш последний этап.
А, чё ты так плохо? По-моему, да, это резина. Да, для бездорожья. И там, по-моему, что-то с... Среднее, по-моему, или... Короче, плохое, короче, проходимость на трассе. А что ж с этой еще камерой? Блин, что они так плохо сделали это все? Так, вот бетонные блоки. А, все, станция... Я понял, где это. Это рядом с моим гаражом. Если я все правильно понял. Как раз там же и продам этот лафет. Здесь где-то... Правильно? Неправильно. Ну, где-то есть съезд, а где-то есть дорога дальше идет, которая... Ага, все, я понял, да. Правильно, еду. Давно, конечно, я здесь не ездил, то есть... в Мичигане. Я... Все, Аляска, Аляска, Аляска. Думал закончить Аляску и сразу же сюда, и... Так-то и получилось, но только... Забыл уже, где тут что, какие проезды, какие пути. То есть нужно начинать и заканчивать на одном и том же месте. То есть не переезжать с места на место, с Аляски в Мичиган, с Мичигана в Аляску. Просто выполнить все в одном месте, потом переехать в другое. Так будет проще. Ну да, с другой стороны, конечно, технику там можно найти, допустим, но... Тем не менее, я же все-таки нашел здесь, в Мичигане, этот... желтенький этот, тяжелый тягач, который с этим... Только с высоким седлом. Да, вот это ж мой гараж, ну, вот. И станция обслуживания рядышком. О, и мы повысили уровень. Прекрасно, прекрасно. 5000, то есть дали нормально 730 опыта. Все, в общем, шикарно. Ну, вот такая вот у нас выдалась серия. Возможно, немножко скучноватая, но... это уже завершающие этапы. Потом я разбавлю чем-нибудь еще... следующей серии, то есть еще чем-нибудь, что-нибудь покажу, возможно, чего я не показывал до этого. Ну, а теперь я завершаю наш выпуск на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оценивайте видео. И всем спасибо, всем пока.